На церемонии вручения Назарбаевской премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш подчеркнул важные шаги казахстанского народа в этом направлении. Гутерриш отметил, что в ядерное разоружение большой вклад внес первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Я горжусь тем, что выступаю с речью в Международный день отказа от ядерного оружия. Главным приоритетом Организации Объединенных Наций является установление ядерного нераспространения и безопасности в мире. Казахстан – один из наших ключевых партнеров в этой области. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес большой вклад в нераспространение ядерного оружия. Сегодня тема разоружения полна проблем, и с ней все труднее справляться. Международное сообщество должно работать вместе для решения этой общей проблемы. Поэтому я с нетерпением жду вашей полной поддержки.